17 февраля прошло очередное заседание Комитета по противодействию ксенофобии. Встреча состоялась в центре азербайджанской автономии Московской области. Я оцениваю сегодняшнее заседание Комитета противодействия ксенофобии как очень успешное. Был очень интересный, содержательный разговор, в том числе была очень интересная дискуссия. Состав Комитета противодействия ксенофобии расширился. Наше видение проблем стало более точным, более ясным. И я надеюсь, мы будем дальше идти тем же самым путем. Я бы предложил азербайджанцам быть мостом сегодняшних холодных отношений между Россией и Турцией. Пусть они будут нашими дипломатами. Наш дом всегда открыт всем людям. Это дом азербайджанцев. И мы рады видеть всех тех, которые болеют за будущее России.